Монета исчезла. Ну что ж, отправляем записку. Такс. Что-то там уважаемые жители этого дома или что типа такого, вы отвергли наши требования. Мы собираемся прибегнуть к экстремальным действиям, так сказать. Пожалуйста, оставьте ваш дом и мозги для нас. С уважением, доктор Эдгард Зомбос. Ох, ух, он здесь. Лучше подготовиться. Это будет великая битва. Слушай внимательно, я знаю его слабость. Это... Тебе надо дать ему поддых? Или что тебе такого это? А, нет, это был другой парень. Тебе надо ударить его Тебе надо нажать вверх, вверх, вниз, вниз, лево, право. Подожди-ка, я вспомнил. Это нашего друга похитили, кажется. Неожиданно. Что сейчас будет? Ого. Во-во-во, какая музыка. Вот мне и в этом видео молчать, хотя нет, точно нет. Почему в этом видео? Потому что я решил поставить его за любимым на две части. Страшно, вот если честно. Вот что. Смотрит в полосу уровня, она не двигается совсем. Однако, мне кажется, вот этот хриплый голос был идеален для безумного Гаева. Ну или не очень. Хотел сказать, посмотрите в комментариях, но сидеть некому. Ну либо есть кому-то, то ему такой человек или не будет. О! А вот наш главный доктор Эдгард Зомбус. Может быть, сработает? Да, я буду. Прямо оставил в огне. А класса прогресса так и не двигается. Что делать-то? Хорошо, блин. О, уже до головы идут. А мы так и не продвинулись по улице. Благо арбуза путь дают. В большом количестве. Пока что. Уже не дают. Давайте их намородим. Снова. Здесь арбуза путь поставим. Еще горшок. Намородим. О! Босс тоже намороживает. О, они что, по нему где-то? А, да, они по нему кидают, кажется, я вижу. Проверяемся, вверх, снова. Во, мне кажется, тоже он получил от этого. Если так, то его перцы просто может банально взгляд, скорее всего. Ой, только не эти чуваки. Вот они, вот они реально могут с легкостью нас уничтожить, просто уничтожить. И самого косяков нет, они просто всех перегнут и все. Еще один. Ты что, прикалываешься? Я просто понял. По-моему, ни заморозка не действует никак. Вроде как. Я могу ошибаться. О, теперь огненные шары. Хоть ледяной гриб. О! Та машина впервые, которая кидает эти вот бейсбольные мячи здесь.
Что ты там кидает? Она впервые уничтожила нашу Аксию. Просто до этого мы изучали зонтики. А вот теперь... Ты уничтожила. Все-таки она спасает, что это опасность. Вот я опустил бы эту машину в ее значимости. Казалось бы, очень опасное оружие зомби. Но... Ну нет, надеюсь, справится. Масло, что она ничего не делает этому маслу. Мы сюда отправились. Давай закидывать его. Я, если что, вам помогу. Замолвался, к примеру. О, он уже помялся немножечко. Это хорошо. Для нас. У него, конечно, плохо. Да, будет тут садить. Сейчас будет вон и тогда я буду запомнить, как удобно. Я, оказывается, голову могу обстоять в голову, а вот они меня освободили. Думаю, здесь она будет пришлось. Так, ничего не понятно, где вы избавляются вот так сильно нужных воинов нет. В таком-то уровне. Сейчас для более сильного воина это необходимо. Все же... Да. Эпичная битва с боссом под конец бывает. Все-таки понимаю, это конец уже точно. Сам гарбу закрутит, зайди. Не трогай обуз. Если сейчас не трогай обуз, значит не трогай обуз. Гарбу закрутит дальше. Нравятся ли они? Я надеюсь, шпэк. Мозга. Работает? Видите, не сработало. Все же успел разговаривать. Поэтому мы начали сразу буду путь на последний ряд. Потому что думал, что в эти машины их закидают просто. Снова замораживаем эту шару. Все наши эти на пульт уничтожены. Сидели, вообще не понятно, что с ними делать. Как у нас много арбуза будет. Что он сможет нам сделать вообще? It was at this moment that he knew. He fucked up. Понимаю. Почему мы сразу всех просто не закидать этими... вагончиками? Так, открыто. А его? Убьют его? Думаю, убьют. Ох, вы мне писали, как печально было бы, если бы его не убили. Не, ну внизу с комбалитом за скуда справились. Без моей помощи. Хотя, по-моему, он был немножко заморожен. Поэтому с моей помощью. Ой, идеально. Даже так может. А, это, наверное, потому что я поставил уже на ненаклоненную часть крыши. Ой, противник, которого я не очень люблю. Хотя его силы мы особо сильно не знаем, так как мы его всегда уничтожали за очень короткий срок. Не знаю, что Шар может сделать со мной, если дойдет до конца, поэтому лучше мы избавимся. Как понял, этот зонд убивается. Гаргантиол начинается с нового удара. Будто будет украли, мы поставим новую. Давайте всегда уже будет пульт ставить. Просто уже наглую, просто веселая такая будто пульта. Этого заморозим. Появится еще один. Я буду плакать, потому что я слишком много поставил эту заморозку. Мог заморозить двоих, а вот этим мы его одного. Ой, мы достанем. Прекрасно. Как поссала. Вот теперь мы взять его. О, тут уже взрыв был, слышишь? Шали. Все?
Что, реально все, что ли? Все это конец игры? То, к чему мы шли так долго, да? Торжественная победная музыка, конец. Мешок с деньгами получено. Ой, достижение? Первый раз так вижу, что он опоздал. Где он такой был уже? Что-то там... Домашняя... Дом, лужайка, безопасность получена. Вот Google перевод идеальный, да? Завершите приключенческий режим. Продолжить. Хорошо, ты победил. Никакого больше поедания мозгов для нас. Мы просто хотим взять музыкальное видео вместе с тобой. Ваши зомби. Ну что мы сказали? Это конец. Просто конец. И все же. Это было классное проходить. Что ли? А еще я понял, что титры лагают. А еще вроде как здесь должен быть поющий подсолнух и все такое. Возможно, это музыка с авторским правом даже. Однако, как я понимаю, это мобильная версия, и здесь нет этого. Ну и как я говорил, в одной из серий предыдущих, очень, очень далеких уже. Возможно, когда-нибудь там в будущем мы пройдем эту игру снова. Со всеми мини-играми, с выживаниями, пазлами, которые я видел, да? Только уже на компьютере. И там мы уже послушаем это самое пение подсолнуха. Игра замечательная. Даже сейчас, вот, 2021 год, а я все равно в нее играю. Ну, то есть снова в нее играю. Хотя уже, вот сколько лет уже прошло с тех пор, как она вышла. Много. Это все, что надо сказать. Так, просто вот, вот титры, вот, надо что-то что поговорить. Сказать. Просто получается очень короткое видео получается. Если собираюсь делить его на две части. Спасибо за игру. Ну вот, да. Сейчас хитрый заново пойдут, да? Если не нажму кнопку в main menu. Действительно. Ну, думаю, на этом стоит нам и закончить. Все уже. Как и в мини-игры мы играть не собираюсь здесь. Потому что их открывать тут... Тут надо просто целыми днями играть, собирать монеты, чтобы их открыть, все эти мини-игры. Там по 50 тысяч, сколько там мини-игр открытия. Поэтому я сказал, что когда-нибудь в будущем, возможно, мы поиграем компьютерную версию этой игры. Когда я буду уже наконец записывать видео на ПК. А сейчас мы заканчиваем прохождение этой игры. Заканчиваем этот плейлист. Спасибо всем, кто его смотрел. Спасибо всем, кто его, возможно, даже сейчас смотрит в каком-то там будущем, когда этот канал все-таки станет, хоть возможно, хоть чуточку популярнее. И кто-то будет просматривать старые видеоролики. Если я их не удалю каким-то образом. Хотя такое будет жалко удалить. Да. Спасибо всем еще за просмотр. Всем удачи. Конечно же, напоследок мы поплеваем наши любимые цветочки. И увидим еще какой-то доллар у нас плюс. Видимо, я могу их подавать, да? Что у нас там в магазине?
Давайте купим всех, просто все трое. Как много поливает надо теперь. Да, вообще, последнюю речь можно было говорить сейчас, но... Скорее, это бонус после титров. Сказать, окончательное прощание с игрой. На какое-то время. Скорее еще, на очень долгое. Я сейчас сижу, это... Сказать... Играю, и понимаю, что... Все, сейчас... Я допишу это видео, выйду из игры, и больше мне, скорее всего, не зайду. Тем временем у нас выросли еще 2, 3 календу. У нас 5 календу. Прикольно. Да, максимально сильно оттягиваю момент заканчивания видео. Думаю, все уже. Еще раз всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.